Добрый день всем! Сегодня мы будем читать скороговорки. Это очень полезно, чтобы говорить четко, ясно и понятно по-русски. Итак, от топота копыт пыль по полю летит. От топота копыт пыль по полю летит. От топота копыт пыль по полю летит. From a crowd of hooves, dust flew across the field. От топота копыт пыль по полю летит. От топота копыт пыль по полю летит. От топота копыт пыль по полю летит.